Ой, я тут наушники нажал случайно. Если кому любопытно, озвучиваю. В общем, откуда идут... Сейчас, секунду. Там классы. Откуда идут пользователи, откуда идут эти просмотры на канал. Вот. Никаких, блядь, сука, заимщиков, никаких, блядь, нет этих... В общем, подписаны на меня там из знакомых человек. 10-15 и все. Вот. А глядят, ну, видно, что глядят, да, вот какие видео. Вот те, что залиты еще. Залиты, точнее. На канал, там, с 10 по 15 вот где-то так. Вот. Вот это все. Вот. Ну, вот это котик, конечно, 2020 года. За полгода, да, сколько там. Ну, сейчас, соответственно, вон там процентики, доход. В общем, все это, в общем... А даже есть это, вот, допустим, возьмем это, здесь я к чему люди боятся заливать или чужой контент, или спорный контент. Вот, это клип из «Звездной команды», музыкальный, вот, соответственно. Если вы заливаете, вам тут же пишут, что, блин, или монетизация невозможна, или там, в общем... Правообладатель хочет делить с вами доход, то не спешите удалять, потому что доход с этого видео, в общем, сами видите, да, включил я снова монетизацию 27 мая. Сейчас, секундочку, назад. 27 мая включил, где тут доход. Сейчас, ну, по данному видео глянуть, в общем, вот оно как будто в топе идут, в общем, 5 видео. Опять же, 5 чужих видео. Ну, как бы не моих личных. О, назовем это так. Точнее, даже. Сейчас, тихонько отключу. Что не мешало. О, вот это. И вот это что не мешало. Пум-пум-пум. В общем, вот это. Видео делится 50 на 50. Доход. Плюс, помимо AdSense, там еще денежка идет маленькая. Ну, потому что я не жлоблюсь, не туплю, блин, связываться с человеком, с владельцем этого видео. Не путать с правообладателем. Потому что люди путают правообладателя, с владельцем правообладателя. Это те, кто выкупил права на данное видео. Владельцы видео — это тот, кто сделал это видео, выпустил и продал его правообладателю. Вот. Дальше вот тут 70 на... Ой, 60 на 40 получается. 60 дохода мне с AdSense только. Вот. 60, 40 коллективу группе самой записавшей песни. Вот. Почему так много мне? Ну, потому что мы так, ну, такие условия у нас. Вот. И в личном, самое в личном делим 50 на 50. Вот. Их песни показывают. Соответственно, я закажу сейчас на этот, на видео. А под видео... По-человечески стоит ссылка, сейчас мы что-то найдем. Ссылка на их канал, на их видео. Я залил видео до, в общем, за полгода до появления видео на их канале. Стоять. Пауза. Вот. Ну, понятно, это фейк. Вот, Металлика. Ну, в общем, знак вопроса дает нам понять или вам, или нам, в общем, то, что, блин, как бы я узнаю у людей, это Металлика. На самом деле, это не Металлика, в общем. Вот, что делается дальше? Я даю ссылку на откуда источник взял это видео. Вот, пишу, что это фейк, в общем, настоящее, это самое все. YouTube автоматически прописывает, в общем, что за коллектив. В общем, заходим к ним на коллектив, в общем, на канал, глядим, да, видео. Сколько там просмотров? Ой, 1 800 000, ну почти 2 миллиона просмотров. Заходим на оригинальное видео. Это канал их. Это песня. Еще секундочку. Это вот песня, вот это. Эта песня у меня 1 800 000, у них чуть поменьше. 40 000. Стоять. 40 610. Как бы чуть поменьше. Но за счет того, что у меня, блин, 2 миллиона, они, в общем, получают денег намного больше, чем у себя с канала. В общем, понятно, да? В общем, такой маленький бизнес внутри самого Ютуба. Что-то у нас есть. Еще отключаю это. Вот, поэтому случайно отключил, в общем, когда-то в 2019 году, да, монетизацию. Вот, сейчас, ну, AdSense, точнее, монетизацию, в основном, я так ничего, ну, много не потерял, но вернулся на где-то
на момент 2017-2018 года, ну, когда там доход довольно такой, ну, упал, в общем, но не до дна, как было потом дальше, в 2019-2020 году. Вот, отключил на больше, чем на год монетизацию, ничего не потерял, потому что монетизировалось с внешних источников у меня все. Вот, такая, в общем, фигня. Сейчас, Ксюхе, отвечу, там, может быть, лайкну точно. Вот, такая фигня, что я хотел поговорить. А, о, еще. В общем, вот это, то, что меня, ну, не то, что бесит, но, блин, ухмыляюсь. Вот это, когда читаю аналитика, блин, вот, это что, где она там? Вот эта штука, как бы называется, аналитика. Люди, это не аналитика, это статистика. Сейчас, секунду, как туда выйти, блин? Вот, поэтому я всегда до, буквально до 2020 года, пока не появились эти всякие коты, блин, черные, заимщики, блин, очень полезли. У меня англоязычная аудитория была, ну, испаноязычная, там, в общем, и музыкальный канал. О, я полез зачем-то, не знаю зачем, в эти, блин, русскоязычный, украиноязычный сегмент. Вот, понятно, блин, потом это самое, канал немножко, блин, полез, потому что YouTube, у YouTube начали проблемы с этим, с рекламодателями, соответственно, с тысячных, ну, в общем, $1000 где-то у меня получалось в месяц, блин, максимально сейчас скажу, 2015 год, 14-15 было максимально 1800 в месяц, вот, а до этого было 100, 500, $700, в общем, вот, потом все ниже, и 2017 год, точнее, 16 год, началось легкое падение. Там $100, потом 50, 70, вот, ну, в общем, потом 18 немножко поднялся, и, в общем, отключила монетку с конца 19 по 20 год, в общем, вот. Вот, включил буквально месяц назад, сейчас гляну, что там, ну, не захожу, вот эти штуки, они такие вот маньячные, там, бабушки, дедушки и все остальные, тычут там, доход, откуда же идет у меня это, или там, в общем, вспомню, не злым тихим словом, Канадена, блин, вот, который пишет, это, вещает вечно, точнее, вот, типа, CTR должен быть такой высокий, у вас там будет этот доход высокий, да какой пизду, блин, нафиг это нужно, блин, кому-то, в общем, и целевая аудитория, вас должны смотреть, очень люди с одного, в общем, условно, если у вас 50 тысяч подписчиков, вот, то вас обязаны они смотреть. Нахуй эти подписчики, блин, когда у меня без подписчиков, вот это, сейчас даже вот в этой долбанной, так называемой, аналитике, хотя это статистика, источник, кто меня, да, как-то пол, понятно, там, бабушки, дедушки, это сейчас из-за того, что я перешел на русскоязычную, в общем, аудиторию, более-менее перешел, котики все эти, блин, Чип и Дейл и все остальное, и календарик там все такое, в общем, оставил, ну, и там какие-то, типа, обучающие видео, но из меня, из моей дикции обучать что-нибудь, это, блин, ну, это ужас, поэтому люди, ну, можем молчать, может, поймут люди, тем более я пилю видео по этим самым, по обучалкам, не умею я пилить на 2 или 5 минут, у меня, блин, больше получаса или 2 часов получается. Вот, ну там, кто глядит меня, да, точнее, не меня, ну, мой канал, все такие думают, и тоже, не мой, это не мой канал, блин, а это канал, в общем, принадлежит Ютубу, я чисто пользуюсь площадкой и все. А многие думают, если они завели канал, то это все, это его. Не, нифига, блин, это чисто ютубовское, мы здесь, все здесь гости, в этом мире такие Ютубе гости, сейчас, секунду. Подключаю, потом все-таки нажму то самое. Полайкаю, если надо будет. Ну, в общем, я написано в статусе канала, то там читайте. В общем, не надо мне эти лайки, не надо это. Меня смотрят люди, те, кто вообще не подписан на канал. Им плевать, блин, подписались они, не подписались. В общем, вот, подписки, хоть там, иногда люди так вот думают, у него там, у кого-то там 2000 подписчиков, 5, нет, ну, блин, ну, да хоть 1000, он уже включил монетизацию, у него от эссенции какая-то, блин, сумма идет. Вот. У кого-то, блин, может быть 50 тысяч, у него не может быть и не внутреннего спонсора нет, и не наружного. Объясняю, да, что такое, наружный или нет, потому что многие не понимают. Но они думают, если они включили эссенс, то у них, блин, миллионы денег будет. На самом деле это, ну, сейчас, если взять тоже Россию, Украину, Беларусь, там, может, включить эссенс, то обычный канал с 1200 возьмем, подписчиков, вот, просмотры там от 1000 до 2000 каждого видео, это, в общем, где-то получится, в общем, ну, одно видео смотрит, допустим, 200 тысяч человек посмотрело, вот, где-то кликнуло на рекламу, где-то нет, в общем, доход с этого видео будет от 1 цента до 5, ну, до 10 максимум, все,
Вот. Почему? Потому что категория у людей, они бедные страны. Ну, это ты, блин, сейчас, если гляну, вид. Затупил я сейчас, секунду. Найду, выйду назад. Дайте мне домой. Вот, канал зайду. Отключу сейчас в аналитику. Ну, я, блин, не то, блин. Мне слов не хватает, когда статистику называют аналитикой. Ну, вот тут, по-моему, да. Вот это дело. Сейчас, секунду. В общем, кто смотрит канал, откуда и зачем. В общем, все, в общем, у меня тут буквально там, по-моему, где-то около 5000, почти 6000 видео. Вот, всякие дичи. Музыкальных у меня штук где-то, ну, 80-90. Вот, вся эта фигня, в общем, вот. Если я гляжу, гляну на новое видео, у меня 10-15 просмотров. Ну, блин, это максимум. Хотя вот, ну, есть, ну, точнее, максимум, это в среднем. 10-15, по-моему, тут написано где-то. А, в аналитике, опять же, лезем. Это где долбанная аналитика. Вот она, аналитика. Вот, кто чего глядит, блин. Вот эти видео, то, что у меня, понятно, они не видео однодневки, они потихоньку, они очень набирают денежку, набирают просмотры, но опять же, просмотр это не обязательно, этого вовсе не обязательно денежка, поэтому, блин, люди, которые там хвалятся, вот у меня там 5000 подписчиков и типа по 2-3 тысячи 5 просмотров, и чё, у вас будет доход с одного видео, вот. Ну вот, видите, вот сумма, это за месяц, 27 числа подключилась опять снова монетизация, точнее, AdSense, блин, потому что моя монетизация еще есть партнерская, есть внутренняя, есть наружная, есть трафиковая, есть, блин, кликовая, очень куча всего. Вот, на данном случае это доход только с AdSense, ну, написано же, да, по-моему, AdSense, Google, AdSense слово есть в сетях, ну, можно нажать, в общем, где какому, что там покажет мне, как каждое видео еще. А, нет. Сейчас тупит у меня телефон, этот комп на Wi-Fi, поэтому подтупливает. Дико подтупливает. Или это YouTube тупит. Сейчас, по-моему, это подожду, если нет, так нет. Тупит. Вот, вот это можно считать, насколько это. В общем, сейчас. Что не увожу? Увожу самое, ну, выведу сейчас. Я только сегодня зашел в аналитику, в эту, блин, долбанную. Статистику. Вижу, денежка пошла, как бы, блин, все отлично. Я думал, там где-то, ну, до сотни еще, там, колупать. Ну, как обычно у бабушек. Вот, потом вспомнил, что мой канал что-то развитой, его аудиторию нашел. А, вот, кто глядит. Подписчики какие-то. Рекомендации мне. Ну, в общем, вот это какая-то дичь, блин, углубляться же не хочу. Я нажимаю обычно кнопку «Доход». Вот. Потом, когда накапливается 100 баксов, я их вывожу, минимальная сумма или 100, или 70 евро, или 100 долларов. Вот, я их вывожу, да и все. А, последние 28 дней, блин, можно еще глянуть на это. Ну, ничего не покажет, потому что 17-й год у меня. Сейчас, секунду. Вывод завис, май месяц. Вот. А когда я, ну, еще 27 числа, где там оно было. Вот за июнь. А, ё-моё. Ну, это что-то апрель начался. Ну, на тебе это шкала, блин, как она называется, график, блин, для кого? 0,00. Ну, было 0, 27 мая. Включил основу монетизации. Потому что нам нужно. Зачем отключил? Потому что мне нужна. Это уже оба. Блин, дату покажут они мне. Ку-ку. Не покажут. Не хотят. Май месяц. И июнь. Все. В общем, тут база там нет, видно, источник, надо или вот тут, блин. А откуда, в общем, идут люди сюда? Он показывал, да, поиск. Сначала рекомендованно идет. Вот, потом раздел экстра можно встретить. Это не знаю, что. Это может с главной, да, YouTube. А потом поиск на YouTube. Ну, в общем, слово забивает слово жопа. Оно ищет. У меня, блин, штук 500 жоп. Они смотрят жопы, получается. А, вот тоже контент лично. Вот. CTR должен быть такой-то высокий. Блин. Я не знаю, высокий у меня, понимаете, как членом, да? Кому-то, блин, 10 сантиметров, блин, мало. Кому-то, блин, самые 50 мало. Поэтому с доходом также с CTR, блин, блин. Вот, показы. Показы вот чего. Рекламы даже. Я даже не хочу вникать в эту дичь, потому что оно, блин, постоянно меняется. YouTube, блин, чем отличается? YouTube это, блин, долбанная площадка, которая, блин, пытается всех. Ну, точнее, она наебывает всех, блин, в течение уже с 18-го года, с 5-го. В течение 16 лет, да, по-моему, так я посчитал. Вот, 16 лет наебывает всех. Рекламодатели, блин, реклама, блин, самых получателей, деньги-получателей. Поэтому условный доход, это то, что у меня был, точнее, сейчас указан, 200 сколько там баксов, да, или где он там. Запутался еще. В общем, все это дичь, блин.
Вот, и сейчас закончу, выведу эту самую денежку, поставлю на выводы и все. Вот. А, это какие видео у меня заходят. Вот. Он даже в Демтек зашел. На люди. Ну да, это видео, это лично мое. А, водка в Финляндии зашла. Это к слову о том, что... Ну да, окунулся я в это сообщество бабушек, дедушек в конце 19-го года и 20-й год. Там вместе провели, вместе привет всем. Алене привет. Там Веронке салют. В общем, Таням, Светам, Васям тоже. Которые мне вечно вещали, типа в своих чатах, стримах. Слово жопа писать нельзя. YouTube забанен. Слово водка писать нельзя. Вот пиво нельзя, что там голые нельзя, в общем, вот вам, блин, в общем, как бы вот слово водка, Финляндия, 3 литра, блин, ревна и подделка. Ну вот, я просто, ну тут, блин, надо еще уметь написать, да, вот ревна, в общем, подделка, это как бы обзор видео. Купил я, блин, за полтинник, блин, 3 литра, тупое видео, блин, я вообще не знал, как начинается эта водка, из пакета это вынимается, там, как-то пимпель такой пили, вот. Ставишь его, вынимаешь его, как сломать кота. Вот. Заставка «Кот мой», заставка «Чужая». Вот. Эпиляция «Кот мой», заставка «Чип», да, тоже. Вот. Шестер тоже «Чип». В общем, вот как бы, блин. А, и вот шортики. Они же, скорее всего, на шортиках тоже где-то я в этом месяце нахапал, потому что пошла монетизация на них, в общем, люди. Я не пойму. И кликает по рекламе. Я еще, ну, мне как-то, блин, вникать в суть, где там, что там, блин, пошло. Вот, это клипы, это котик, опять же, шортик, да, 54 секунды, вот. Сейчас включу это музыкальное оповещение. Оповещения не было, кстати, 2 дня, что-то, с Ютуба. На телефон шло, а на комп нет. Вот, кот, кошечек болеет какой-то, вот, сколько на просмотр, тоже шортик, ну, минуту вложился там, я где-то. Это даже выделить можно. В общем, любопытная штука. Ну, влазить сюда настоятельно не рекомендую, потому что сломаете последнюю голову, и все, потом нечем будет ходить пешком по асфальту. Вот, Цой. Ну, есть хайповые, да, котик, вот. А Цой снова юный. Не знаю, зачем я так назвал, но очень было. Вот, это клип. Гагарин, блин. Тыгидык, блин. В общем, какие-то собственные видео у меня тоже выскочили в топы. Это что там, полтинник где-то, да, 50, где-то штук 50, да, видел. Вот, но в основном идут, в общем, за что платят, в общем, называется. За те видео, те, что я залил еще с 2010 года по 2017. Вот, они как бы уже запущены где-то в комьюнити каких-то, в контакты, блин, ты, одноклассники, фейсбуки и все это. Остальное давно. Вот. И люди втыкают, там рекламка, видно, идет, видно, что-то классы. Или даже не классы, трафик. Реклама, трафик, что это такое. Это просто просмотр рекламы. Не это само. Не видя ее. Вот. Если даже вы поставили блог, у меня, да, он стоит, вот этот блог. Вот. А рекламы нет на Ютубе. Ну, вообще нигде нет. Можно остановить, можно снять. Вот за блока, насколько. Вот что за блока. Ну, в общем, с этого по любому же сайту, моим сайтом, допустим, выдает себе на сайт сейчас. Вот. У меня здесь. Сейчас нужно. Так, мне тут надо это. Вот, у меня здесь на сайте реклама есть. Вот, показывает, сколько тут рекламки. Увидели, выскочили окошко. Это, блин, это вот чего надо, окошко-то и надо. Вот написано, сколько у меня блоков рекламы. 2 сейчас. Вот, 2. На этой странице 2 всего. 274. Вот здесь, на этой, на моем сайте. В общем, вот. А сайта, получается, у меня сейчас где-то, блин, ну, вот с этого получалось когда-то. Тут доходы действительно сайта упали. Вот, сейчас сайта получается 50-70 долларов в месяц. Вот с этого сайта. В общем, те, что у меня на канале, на Ютубе, если кому любопытно, указаны на главной странице. Блин, сейчас я на себя зайду, блин, к себе. Где там я, блин? Вот так его. Ищем у себя в этом самом. В Гугле. Тоже видно, Ютуб появится. Тыдыч. Вот, вот на первом месте вот Ютуб. Я. Вот он я. Привет, я. Салют, я. Салют мне. Вот, на... Сейчас. Подвисает, потому что и вкладок еще куча. У меня тут 52 и плюс 5, 57. Вот, о канале. Что-то написано на канале. Никто почти не читает. Ни китайцы, блин, ни монголы, ни наши, блин, вообще. Никто не читает, потому что, ну, перевести на язык не сложно так нажать. Перевести, допустим, на русский язык. Видите, тут почему? Тут он, в общем, чему посвящен вообще канал? Посвящен, не же посвящен, направленность. Перевести на русский, в общем. Если кто не понимает английский, в общем, читаем. Сейчас думает он, думает, думаем.
Почему тут для вот эта штука, вот это вообще мало кто считает. Ну и людям, в общем, пофиг. Кто не подписан, точнее, подписчиков у меня нету. 10-15 человек на меня подписано. Но чисто, я их никого не просил, никого не говорил, не ставьте лайки, там это, фу, блядь, ставьте, блин, дизлайки, или там подписан мой канал, я вас буду любить. Да нахрен вы мне нужны, блин. Вот. Если есть люди, которые просто листают ленту в Ютубе, вот, или в избранное им рекомендованное лезет видео, они его втыкают, вот. Хотят ставить лайки, хотят дизлайки, и все. А мне с этого копеечка идет. Я не буду никогда заманивать, типа, блин, вот, подписан на мой канал, я буду самый лучший, я буду и штану вылазить, в общем, это самое. Не, оно тихонько все капает, и все. Поэтому, чем многие люди вообще не показывают, не количество, в общем, подписчиков, там, ну, это, по-моему, лично, это в основном девочки не показывают, потому что, ну, это как что-то надеть под это самое. Ну, надела белое платье, а труселям делала, допустим, полосочку или синее, но вообще не идет. Или вообще, ну, лучше или вообще без труселей ходить. Вот. Или, блин, как-то, блин, ну, не это. Ну, в общем, или им, в общем, какой-то момент стыдно им. Или не боятся дизлайков. Или, блин, типа, ой, блин, за дизлайк. Ну, и что, блин, за дизлайк. Или, ну, допустим, вот я захожу, мне что-то должно быть стыдно за мое видео. Точнее, я это не называю видео, это, блин, какая-то дичь. Я снимаю то, что, блин, то, что вижу, то, что у меня фоток, и пользуюсь никакой-то, ничего не покупаю я для этого Ютуба, блин, долго. В общем, все думают, что Ютуб это, блин, ой, божество такое, в общем. А потом обламывается на том, что он копейки платит. Но копейки платит, потому что вы, блин, не умеете канал продвинуть. Или, блин, влезли в тот момент, когда вот, ну, допустим, я влез на Ютуб в 2010 году, да? Даже сейчас гляну, да, 2010 год, по-моему, июль месяц. Когда сайт свой завел вот этот. Это в 2017 году, и мне нужен был YouTube для того, чтобы... Заходим в любой топик сюда вот. И мне нужно было для того, чтобы видео заливать куда-то. Музыкальное, в общем. Для того, чтобы вставлять сюда, на сайт. Ну, допустим, вот тут. А, ну это тут не будет. Сайта. Ну все, я поэтому завел это, я писал, нет, это я. Вообще не было, знаю. Пишу, что вот он я, блин, вот он откуда-то, в общем, все. В общем, поэтому я завел сайт, и тут же завел YouTube. Ну, это тоже, кстати. Всюду, всюду я, блин. Вот. Сейчас, секунду. Типа. Он такой загадочный. Помаши дяде лапкой. Помаши лапкой, да. Запутал где-то я там. Блин, похоже. А, еще завел и на Дзене канал, и на Ютубе, потому что, блин, хоть многие типа говорят, ну, блин, потихоньку оно что-то развивается. Вот, что-то зашел на канал, я ничего не пойму понять, что я дважды зашел. А, ну да, вот дважды. Все, туплю. Так, футбол у нас еще 2 часа, что-то непонятно сегодня. Ну, обычно матчи 19:00, или уже идут. Затупил бы 19:00 нахуй глянул. В общем, такая цвиня. Извините, что так долго называется, или что так мало. Я на час запишу видео, да? Или насколько там не видно, где там запись идет. Где она? Где-то, где-то ободочек, если лымает, то идет. Все. Вот, канал, дата, в общем, ну да, 10 года. 31 июля. Также и сайт. В общем, сайт, если мы заходим на сайт, гляньте, западение какое. А, на в общем, регистрации 30 июля 2007 года. В общем, совпало спустя 3 года, я решил завести, ну, мне нужен был канал на Ютубе. Для чего? Для того, чтобы показывать, о, кстати, видео, вот такие, с чего начинал. Чисто музыкальное видео. Сейчас глянем, где там порядочить по давности, да, там. Вот, сначала старое. С чего начинал и до чего дошел. Вот, все это, вот это все, бляха, вот, музыкальные клипы, видео. Ну, как клипы. Или клипы там есть, вот, с любезного, блин, позволения самих команд. Или же я, блин, потом я заливал и подкачивал. Говорит, пацаны, вам нужно, типа, я закину на YouTube ваше видео, будет ли результат. Типа, закидывай, да, или доход делим 50-50. Или там, ну, в основном я подходил 60 вам, типа, и 40 мне, или 70-30, в общем. Если какая-то группа, извините, залупалась, я говорю, нафиг, типа, все. Особенно классный момент, когда уже там около там 100-200 тысяч просмотров, пишу музыканту, типа, это самое, ну, давайте, может, доход поделим не 70 на 30, а типа 60 на 40 или 50 на 50. Они такие, не, нифига, блин, мы типа, это самое, мы типа не хотим этого. О, я говорю, ну тогда я удаляю видео. Они такие, ну, а кто-то более-менее, если, ну, музыканты, они, знаешь, ну, чем думают. Это самое... Блин, не знаю, чем они думают, в общем. Ну, в основном музыканты, они музыку сочиняют, все.
Дальше у них, как и у футболистов, у спортсменов, не хватает ума думать. Поэтому я говорю, ну тогда я самое, если не хотите 50 на 50, я говорю, тогда удаляю видео. Ну и понятно, я ее не удаляю, за IQ. Вот, слетает, естественно, монетизация с этого видео, и они нифига они не получают, в общем. А я получаю тихонько, видео находится, то не это, хоть и вне доступа, но у меня то показывается, или по ссылке оставляю. Все. В общем, ну такие, это не махинация, это просто, блин, ну умелый подход, более-менее умелый, опять же, денежный, блин, к отношению к деньгам, да и все. Вот, если люди не хотят, если, блин, если мое видео запостит какой-то, одно из моих видео с моего канала напрямую сольет человек, вот, на свой канал миллионник, допустим, 50 миллионов у него подписчиков, он зальет и скажет мне, типа, Андрюха, блин, давай самое, вот, 60 на сороковник. Я согласен был. Да, блин, 70, даже 90 на 100, 90 на 10, я буду согласен, чтобы с него, у него, с моего видео шло. Я не буду подавать на авторскую на него. Вот. Я знаю, что у него будут вместо моих там 1000, 200 тысяч, точнее 100 тысяч, 200 просмотров, у него будет 5 миллионов или там 50 миллионов просмотров. Соответственно, и деньги больше с этого. Поэтому лучше вот на какой-то большой канал зайти, закинуть, ну, распиаренный уже, там, где люди смотрят, чем, блин, сидеть и колупаться и ждать условно. Ну, блин, давайте кого-то, не знаю, кого найти, блин, чтобы глянуть, человек типа, ну, или, ну, опять же, не моя тема просить в комментах, типа, дайте мне. Вот допустим, зайдем на музыкальный самый. На вот этот. Вот. Вот человек, кстати. Стоп, тут надо в темпе нажимать на это. Стоять. Секунду. Вот. Человек из Бразилии, по-моему, или Венесуэлы, чисто путаю. Андерсон зовут, и в общем он выкладывает музыку. Понятно, что он под авторским правом, он говорит, что якобы, блин, ему с этого ничего нет, а он только, в общем, рекламу делает музыкантам. На самом деле у него реклама идет на этом, на видео. Вот AdSense ему тоже что-то платят, в общем, и вот просмотры глядим, да, за... Это он канал запустил, по-моему, в 2018 году. Ну, как на активное видео, можно глянуть это видео. Блин, опять же, заведется они. Так вот. По-моему, с 18-го года начал видео. 5 лет назад, ты когда? Блин. 5, 21, 20... Нет, все-таки 6-го года, в общем, начал. Ну, активно или неактивно? 5 лет назад, 5. Одно, ну, в общем, его тут мало еще просмотр, 31 тысяча с чем-то. Сейчас у него там видео новое до... Ну, обычно его там 5-8-10 тысяч. Вот, он с этого тоже имеет копеечку. Вот. А он заливает как? Залил, в общем, сейчас, допустим, 17 часов залил видео. Спустя только сутки или двое у него появится, он включит здесь монетизацию. Не YouTube включит автоматически, а он сам. Поэтому, блин, ну, в общем, и тут, ну, это типа, да, можно считать мой конкурент, но у него чисто музыкальный направленность, в общем, все. Он как бы, ну, и у него доходы. Ну, я к чему-то, что человек начинает, типа, меня, точнее, как обманывать. У меня, типа, доход не от этого, и я вообще это делаю чисто из этого. Альтруизм, альтруисту, я очень помогаю коллективу развиваться музыкально. Да какой-то помогает. Тут, блин, ну, он-то помогает, но за деньги, он же тоже за это денежку получает. Вот, такие, в общем, дела, такие вот, и не такая вот вся дичь. Вот. Захожу к себе, подержу. Это я. Это чип. Чип, кстати, ушел на 5 суток гулять. Но сейчас тоже, кстати, появился. В понедельник появился. Сегодня опять убежал где-то. Ну, блин, лето. Девки, коты, в смысле кошки, все дела. А мужа и коты, блин, я же не видел, где он с кем лазит. Все, вот такие, в общем, это самые. Бублички, погнали. Отдыхаем, футбол. Пум-пум-пум.